Пока эти санкции относятся к 40, может быть, будет еще 10-15 человек. К простому человеку это никак не относится. Но и тут Запад оказался очень прагматичным. Он хочет изъять то, что легко идет в руки. Те люди, которые представляют для него интерес, это все состоявшиеся и очень богатые граждане этой страны. Поэтому народу как бы ничего не грозит, он ему не интересен. Я имею в виду Запад. Я думаю, все будет только в программе расчетливого такого отношения к тем людям, у которых есть что забрать. Ну, может...